Трехлетняя Инна Лалетина – нежная и веселая девочка. Она росла, произносила первые слова, а потом внезапно и очень сильно заболела. Рак уничтожил почку, врачи экстренно удалили орган. Теперь будни Инны, химиотерапия и постоянные процедуры. Единственное желание мамы и дочки – поскорее выписаться и уехать домой. У Деда Мороза попросили исполнить давнюю мечту Инны – иметь удобный велосипед непременно красного цвета. Письмо девочки досталось газете «Экстра», и сотрудники поспешили в магазин. Поиски были недолгими. Красный красавец с удобной ручкой словно ждал, когда мы за ним придем. Маленькая автоледи велосипед пришелся в пору. Я сегодня навестила девочку Инну. Она, конечно, не очень разговорчивая, но она с радостью приняла подарки. И было приятно наблюдать, как ребенок счастлив. То есть, казалось бы, простые вещи, но это делает детей счастливыми. И если у людей есть еще возможность, допустим, как-то порадовать детей на Новый год, то, мне кажется, нужно обязательно это делать. Когда Инна подрастет, ручку у транспорта можно будет убрать, и она сможет ездить на велосипеде сама. Скорее всего, это произойдет уже нынешним летом. К тому времени Инна уже забудет свои больничные учения и будет наслаждаться детством. Дарья Юринская, Евгений Погорелый, Владимир Николаев, ЗапТВ.